est-il vraiment nécessaire de tuer des gens de bonne volonté plutôt que les terroristes qui anéantissent les vies de millions d'innocents? Cependant, ce qui est bouleversant est que l'éminent docteur avait projeté ce voyage à cette période festive, laissant de côté sa vie personnelle pour apporter des médicaments dans un hôpital en Syrie. En outre, elle faisait également partie du Conseil du développement de la société civile et des droits de l'homme. De même, ce qui est étrange et inattendu, comme s'il s'agissait d'une prémonition, et que quelques jours avant ce funeste accident d'avion, dans son discours de remerciement pour un prix reçu de la main du président Vladimir Poutine, le docteur Lisa déclara ce qui suit. Владимир Владимирович, дорогие коллеги, спасибо вам за первую награду. Я искренне тронута, что получаю ее. И отношу ваше признание ко всем коллегам, которые защищают права человека. Самое главное право – это право на жизнь. В это непростое время оно безжалостно попирается. Мне очень трудно видеть убитых и раненых детей Донбасса, больных и убитых детей Сирии. Трудно сменить привычный образ горожанки на жизнь 900 дней во время войны, в которой сейчас гибнут ни в чем не повинные люди. Мне иногда невозможно осознавать разделение общества, в котором люди перестали слышать друг друга, используя по отношению к нам однобокие фразы «сами виноваты» или «готовьтесь быть убитыми, потому что вы не там, где надо». Мы, правозащитники, вне политики, также и те люди, кого мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества со всеми людьми. Я не могу не сказать сегодня об убитых позавчера моих коллегах, врачах в Сирии, о погибших медиках Донецка, о сотнях детей, убитых во время обстрелов Донбасса, и о тысяче детей, похороненных в Сирии. Светлая им память. Завтра я лечу в Донецк, оттуда в Сирию, так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле. И я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия. Спасибо вам.